Каждый день скажут всем Шишкин лес может стать чудесным день. И без чудес может стать добрее мир для людей, если станем мы немного добрее. Не получается. Ой. Всем добрый день. О! Здравствуйте, мои дорогие. Здрасте, тетка Матильда. Здрасте. Посмотрите, какие у нас кораблики. Мы для вас один приготовили. А, вот. Вот, сами его сделали. Ай, какой приятный сюрприз. Угу. Благодарю. Между прочим, я тоже приготовила для вас один сюрприз. Ух ты. Какой? Я хочу вам сообщить пренеприятнейшее известие. Сегодня к нам в гости придет новый друг. Ой. Новый друг? Вот здорово! А где вы с ним познакомились? В огороде у Енотыча. Ах, это была незабываемая встреча. Правда? Конечно. Я нашла его в капусте. Ой. Он изучал новый сорт и следил за гусеницами. А когда находил их, то грозил пальцем, чтобы они урожай не портили. О, вот это по-нашему. Да-да, я сразу поняла, что у нас с ним очень много общего. Ведь так поступать может только настоящий ученый. Я немедленно предложила ему работу в моей лаборатории и пригласила к нам на заседание клуба «Совинформ». Здравствуйте, здравствуйте. Здравствуйте. Друзья мои, разрешите представить лаборант Дима. Очень приятно. Это Коксик. Да, это Зубок. Очень приятно, Коксик. Очень приятно, Зубок. Скажите, лаборанты умеют играть в кораблики? Ну, почему же нет? Конечно. Ну, я же не всегда был лаборантом, правильно? Кстати, в детстве я был чемпионом удачного поселка по запуску корабликов. Ух ты, здорово! Лаборант-чемпионы! Дим, мы тебя принимаем в свою игру. Точно. Подождите, Димочка, а как же твои научные опыты? Ты же обещал что-то интересное показать на заседании нашего клуба. Ну, я обязательно это сделаю, тем более, что играть и показывать опыты одновременно – это очень даже интересно. Друзья мои, в таком случае, внимание. Заседание клуба «Совинформ» считаю открытым. Слово моему новому лаборанту. Спасибо, Матильда Леонардовна. Итак, научная игра в кораблики начинается. И я думаю, что наши кораблики, а точнее ваши, вы так здорово их сделали, очень красиво, здорово поплывут, если мы к ним добавим, ну, совсем небольшую деталь. А про какую-то деталь вы говорите, дорогой друг? Уточните. Я говорю про паруса. Легкие волшебные паруса, которые помогут кораблям плавать даже в этом замечательном тазике с водой. Ой, и правда. Как же мы про паруса забыли? Да, с ними кораблики станут еще красивее. Ну, конечно. Из чего мы их сделаем, а, Дим? Мне кажется, для этого вполне подойдет цветная бумага. И, конечно же, веселая песенка. Раз, и ножницы берем, вырезаем паруса. Скоро в море поплывем, ждут нас в море чудеса. Там дельфины, обгоняя, выгнув спины, проплывут. И зелеными огнями с неба звезды подмигнут. Прогудят нам пароходы, кит подарит нам фонтан. Все мы просто мореходы. С нами смелый капитан. А пусть у моего кораблика будет зеленый парус. Хорошо, Кокси, тогда это твой. Ага. Здесь. Да. А у моего пускай будут красные паруса. Красный, есть такое. Я бы даже сказала алые. Ах, как это романтично. Ну, а теперь возьмем большие штопольные иголки и воткнем их в палубы. Вы, интересно, вот а зачем это образом делать, а? Так, одну в одну палубу и в другую. Насколько я понимаю, в морском деле они заменят нам корабельные мачты. Совершенно верно. И вот на эти мачты мы прикрепляем наши паруса. Так, вот. Один парус готов. Так, это у нас парус Зубка. Здорово! И корабль, смотри, как получилось. Ух ты, спасибо! И теперь, Коксик, мы... Так, вот, Зубок, твой кораблик уже поплыл. Да? И теперь...
Коксик, у тебя зеленый парус. Да? Мы делаем для тебя. Вот, и второй парус тоже готов. Все. Осталось только твой кораблик спустить на воду. Ну-ка. Так. Все. Замечательно. Ну, а теперь научный опыт. У меня в руках волшебный камень, и если я поднесу сверху его к нашему кораблю... Так. Смотрите, корабль Коксика начал шевелиться, и причем прибиваться к берегу. Ой, так. Смотрите. Зубок, а смотри, что делает твой кораблик. Ой, как здорово! Плывут, плывут, сами плывут. Вот это да. Видите? Да. И кораблики у нас перемещаются. А все почему? Почему? Что у меня в руках? Магнит. Ну, конечно. И именно магнит притягивает наши стальные иглы, из которых сделаны мачты. Что? Даже вот на таком большом расстоянии? А? Да, совершенно верно. Ведь магниты – настоящие силачи. Они притягивают иглы и таким образом заставляют двигаться корабль. Выходит, теперь можно самые настоящие соревнования устроить. Вот это да! Никогда в такую интересную игру не играл. Коксик, Зубок, но чтобы вам устроить соревнование, вам нужно два магнита. Угу. А сегодня для того, чтобы показать вам, как все это устроено, я принес только один. Ой, а побежали к енотчу, может, у него есть магнит? Ну, побежали. Подождите, друзья мои. Сначала надо закрыть заседание нашего клуба. Итак, внимание. Заседание клуба «Совинформ» объявляю закрытым. Но ненадолго. Скоро мы вновь встретимся. И теперь, когда у меня есть не только своя лаборатория, но и лаборант, наши опыты станут еще интереснее. Ну что ж, а я постараюсь оправдать доверие Матильды Леонардовны. Спасибо большое за такое доверие. И, кстати, есть у меня еще несколько идей. Дима, нет-нет, на сегодня все. Хорошо. Мы еще должны пожелать всем нашим зрителям самого доброго и сказать... До свидания, ребята. До встречи. До свидания. Всего вам доброго.